Добрый день, здесь мы выпрямляем ноги, вытягиваем корпус и опускаем его вниз. Далее кладем ладони на пол, чередуем сгибание ног. Выходим на ручки, поднимаем одну ногу наверх, немножко покачали. Теперь потянули себя ближе к коленкам. Согнули одну ногу, выпрямили столик, согнули другую ногу, выпрямили столик, расслабились. Чередуем сгибание и выгибание ног. Раз, два, три, четыре. Далее складочка. Немножко покачали. И опустились. Сгибаем одну ножку, вторая остается прямой, потянулись вниз. Максимально положили живот. Согнули другую ножку, потянулись вниз. Далее одну ножку сгибаем, оставляем бабочки. И поменяли ножки. Далее бабочка. Немножечко покачали. Надавили на одну ножку. Надавили на другую ножку. Перешли на бедро, одну ножку вытянули наверх, покачали, можно опуститься на локоточек. Поменяли сторону, потянули другую ножку. Далее лягушечка. Надавили на плечики, выпрямили одну ножку. Продолжаем давить на плечи, а также на ноги. Поменяли ноги. Потянули. Можно опуститься на локти. И еще немного в лягушечке. Далее подходим к стеночке, выпрямляем одну ногу, упираемся. Покачали. Ноги обе прямые. И поменяли ножки, покачали к стеночке. Ножки обе прямые. Далее подходим к подоконнику или к чему-то высокому. Вытянули одну ногу прямую. Вторая также прямая, потянули сначала ровненько животом, далее боком. Поменяли ноги. То же самое, сначала тянемся ровненько животом, далее поворачиваемся боком. Ноги подготовлены, теперь можем вытянуть.